Целью визита депутат выбирает общение с жителями города и района, ответы на интересующие вопросы, решение бытовых и социальных проблем. На этот раз выбор депутата пал на Чистопольский институт экономики, управления и права и Чистопольский многопрофильный колледж, где Айрат Хайрулин рассказал студентам о том, что необходимо для развития не только города и республики, но и страны, а также поведал, почему выборы – это особо важное мероприятие в жизни каждого гражданина. В выборах должен участвовать каждый гражданин Российской Федерации. Это законное право. И в то же время обязанность перед близкими. По мнению Айрата Хайрулина, именно сельское хозяйство – ключ к успешному развитию страны. Важная роль, которая досталась работникам сферы сельского хозяйства, должна привлекать к себе большее количество внимания. Именно тогда инфраструктура городов будет развиваться и совершенствоваться. Айрат Хайрулин рассказал студентам о необходимости развития отрасли сельского хозяйства. В действительности мы сегодня растем. Мы сегодня не сокращаемся, Российская Федерация. Мы растем на 300 тысяч человек в год. Это произошло только потому, что в 2006 году мы начали реализацию национального проекта «Приоритетного развития сельского хозяйства». Каждый желающий в конце беседы мог задать абсолютно любой вопрос депутату Государственной Думы. Желающих, кстати, было немало. Вопросы на самые различные темы сыпались из зала. Айрат Хайрулин постарался ответить на каждый из них как можно подробнее. Здравствуйте, Карина Фарида. Мне интересно было бы узнать, вы любите читать? И если да, то какие книги вам нравится читать? В детстве я читал очень много, и читал я быстрее всех. То есть помните, в школе были такие тесты, там за минуту посчитать знаков? Я всегда в полтора-два раза обгонял всех своих сверстников. И вот такие книги я вечером брал в библиотеку, утром возвращал. Читал очень много. Сейчас я книжки практически не читаю, если читаю, то исторические. Хотя очень люблю художественную литературу в свое время. Сейчас больше исторические. Визиты в наш город для депутата Государственной Думы Российской Федерации Айрата Хайрулина стали традиционными. Город очень перспективный, очень жаль, что из-за тяжелого графика сразу после вашего города меня ждет визит в базарные Матаки. Я не всегда успеваю ответить на все вопросы и посетить все мероприятия, поделился мыслями с нашей съемочной группой Айрат Хайрулин. Город очень изменился, стал очень чистый, аккуратный. Многое сделано и с приходом нового главы. Это все является как раз программы нашей татарстанской, которая сегодня осуществляется под руководством нашего президента Рустама Галиевича Миниханова, сделать каждый город, каждый населенный пункт комфортным для проживания. Поэтому дай бог, чтобы мы могли больше дворов заасфальтировать там, где давно уже не проходил каток, чтобы построить больше скверов, спортивных площадок, улучшить жизнь. И с этой точки зрения я уверен, что у Чистополя хорошее будущее. Город расположен очень уникально. На Каме сюда и теплоходы будут приезжать, тем более город исторический. Есть что здесь показать, есть на что посмотреть. Вот важно нам суметь и сохранить вот эти исторические наши достопримечательности. И в то же время нам важно сделать город приятным для не только туристов, но и для живущих здесь чистопольцев.